Память погибших в Великой Отечественной войне почтили руководитель администрации Щелковского муниципального района Алексей Валов и сотрудники администрации. Посещать воинские мемориалы в День памяти и скорби – давняя и незыблемая традиция в районе. Алексей Валов с коллегами возложили алые гвоздики к вечному огню на Аллее памяти и к мемориалу на Гребенской горе. Поклонившись обелиску, на котором выбиты имена наших земляков, павших за родину, руководитель района сказал: «Мы всегда будем благодарны нашим предкам за то, что отстояли мир, за то, что мы с вами живем сегодня, за то, что живут и радуются наши дети и внуки». И вспомнил бессмертные строки Расула Гамзатова. 27 миллионов мы потеряли в ту войну. И когда приезжаем на обелиски, сразу вспоминают слова. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедших полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса, не потому ли так часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса. Спасибо вам, предки.